Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень простой салатик на скорую руку. Приступаем! Итак, для этого салата сыр я натираю прямо в салатницу на крупной терке. Сюда же отваренные яйца. Консервированный зеленый горошек. Мелко нарезаю зеленый лук. А также свежий огурчик. И сюда же выдавливаю один зубок чеснока. Конечно же, лук и чеснок по желанию, но с ними салат получается очень вкусный и пикантный. Добавляю немного соли, смесь перцев для аромата и майонез. Майонез можно заменить на сметану, смешанную с горчицей. Все хорошо размешиваю. И салат готов. Можем подавать. Такой салат можно подавать и в тарталетках, и порционно, и в общем салатнике. Получается очень просто и очень вкусно. Советую попробовать его и вам, и приятного всем аппетита!